Всем привет! Меня зовут Игорь, если кто не знает. Приятно познакомиться. И на сегодняшнем видео я хотел проанонсировать один очень интересный проект и, в общем-то, мной любимый проект, именно веб-сайт, блог, в котором я рассказываю о США. На этом блоге можно найти очень много разной информации по городам США, с фотографиями, можно найти как информацию о штатах США, о знаменитых личностях, президентах, если кому-то интересно. Ну и, соответственно, самая как бы ценность блога для меня в том, что я там описываю свои мысли, свои какие-то как бы ступеньки в изучении информации по различным темам, которые касаются Америки. И ну и все, что с этим связано, то есть там все-все-все, от учебы до туризма. Соответственно, туда еще входит работа, там какая-то иммиграция, все, что связано с грин-картами. То есть по мере того, как у меня дотягиваются докуда-то руки, я пишу статьи. Кстати, блог я уже веду порядка 6-7 месяцев, но в социальных сетях, так сказать, публично я его не пиарил, не давал никогда ссылки, то есть, ну, там есть посещаемость уже достаточно большая с поисковых систем, но при этом, как бы, вот, некоторые из моих друзей в социальных сетях, я думаю, что не знают, и для меня это была такая определенная мотивация, скажем так, чтобы, то есть, я себе как с собой договорился, что сначала я приеду в США, там, по туристической визе хотя бы, чтобы посмотреть, оглядеться, и только после этого я уже, ну, там, вывешу ссылки в социальных сетях, в Твиттере, там, и так далее. Как-то на публику, в общем-то. Вот, и сейчас я приехал в США, поэтому с чистой совестью цель достигнута, можно о ней рассказать. То есть, а как бы о недостигнутых целях, в принципе, я не любитель рассказывать, потому что сначала нужно достигать цели, потом уже о ней рассказывать. Так мотивации больше, и так, ну, в общем, это правильный путь. Вот, поэтому в данном блоге вы сможете узнавать все, что я, ну, как бы, вот сейчас я в США, и все мои мысли, которые приходят мне в голову, будут отражаться там, будут отражаться на видео на моем канале Игорь Зубарев Official. И, ну, и в статьях меньше, потому что печатать тут очень много времени уходит на другие какие-то дела. Поэтому печатать пока особо много не успеваю, но зато снимать видео я люблю, мне это нравится делать. Вот, что я хотел дальше еще сказать. Я хотел поблагодарить всех людей, с кем я советовался, узнавал информацию какую-то о различных нюансах, там, получения туристической визы. Сказать спасибо всем тем людям, которые мне помогали, когда я находился у Иваново, там, делать различные справки и так далее. Людям, которые подсказывали мне какие-то тонкие моменты по тому, как проходить собеседование в посольстве и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, работа была сделана очень большая, и в этом, естественно, если бы я сам бы, я бы не справился, ну, то есть, если бы я просто там где-то читал форум и ни с кем не общался. Вот. Ну, и, конечно, особое спасибо хочу сказать моим друзьям в Америке, которые сказали, конечно, приезжай в гости, не проблема, всячески мотивировали, подсказывали тоже в чем-то и, ну, в общем-то, говорили, все будет классно, прорвемся. Вот, это на самом деле очень-очень важно для меня, потому что, ну, все мы куда-то стремимся, и чем больше у нас друзей классных, хороших, проверенных, тем лучше, в общем-то, нам в этом мире живется. Поэтому всем-всем-всем, кто знал, что я хочу в Америку, как-то помогал мне, участвовал в этом, я выражаю огромный респект и говорю большое спасибо. Итак, что я хотел еще сказать дальше. Хотел сказать немного о планах. В общем-то, я сейчас по туристической визе в США, и в связи с этим, то есть, ну, пока я турист, короче говоря, у меня билет на 2 недели, а, собственно, дальше будет видно. То есть, у меня некоторые планы есть, естественно, но, опять же, я их палить не буду, поскольку, ну, сначала я буду достигать, по мере достижения уже буду рассказывать, апдейтить в социальных сетях, апдейтить свой блог, вот этот вот. И, соответственно, как бы двигаться дальше. Ну и также, я думаю, что кому интересно следить за вообще за Америкой или за мной, то вы тоже будете получать апдейты, как сказать, по мере того, как я буду двигаться дальше. Я думаю, что это будет интереснее, потому что, ну,
как-то с какого-то момента я о своих целях перестал особо рассказывать, ну, за исключением очень каких-то близких людей. Так, идем дальше. Ну и, наверное, я хотел сказать, что вы можете подписываться теперь на мой канал на YouTube, Игорь Зубрев Official. Там будет вся информация по Америке. Вы можете подписываться любым из способов на мой блог lookatusa.com, RSS-лента, email-рассылка, Twitter, Facebook, Google+, ВКонтакте, группа ВКонтакте. То есть заходите на сайт, и там вы увидите очень множество социальных сервисов, через которые вам удобно будет получать апдейты. Кроме того, что еще интересного? Да, все ссылки на как бы на социальные сети, которые я сегодня упомянул в этом видео, вы найдете под видео на YouTube, потому что это видео я сейчас выложу ВКонтакт, Facebook. Соответственно, вы там сможете подписаться, если кому-то интересно. Кроме этого, что еще хотел добавить? То, что вы можете подписываться на блог через почту, то есть по мере каких-то апдейтов, по мере накопления информации, я буду присылать просто письмо, там, что случилось за эту неделю, там, или за 5 дней, за 3 дня, в зависимости от количества событий. И чтобы подписаться на эту почту, на сайте есть, я записал специальный бесплатный вебинар по, ну, как я готовился, как получать туристическую визу, там очень много всяких советов, выкладок, различных бонусных файлов, но в основном я там говорю голосом и рассказываю, как, ну, чего и как делать. В общем-то, это, я думаю, что будет полезно тем, кто собирается туристическую визу получать, там информация достаточно ценная. Соответственно, после этого вы автоматом попадаете в подписчики блога, и вам уже будут приходить апдейты. То есть сейчас социальных сетей много, любым удобным вам способом вы сможете все получать. Вот. Ну, я думаю, что на этом все. Блог проанонсировал. Теперь можно двигаться к следующим целям. С вами был Игорь. А видео было снято специально для блога lookatusa.com. Всем пока!